Всем привет, вы на канале Агродвиж. У нас сегодня, 11 марта 2020 год. В теплице посев дыни. Дыня мазин. Так, это у нас семена. Семена на вид такие вкусные, что их можно хавать. Они, конечно, обработанные. Так, кассета 126-я, 126 ячеек. Набили торфом. Торф Адамафлор Адурпета. Микс набили вчера, залили, сегодня сделали углубление 7-8 миллиметров и вот в каждой ячейке. И сейчас в каждую ячеечку по одному семечке мы влажим. Влаживают люди, девочки. Нету. Вот. И это будет выглядеть. А вот есть посеянная кассета. Вот она, красивая. То есть высевается, и после этого сухим торфом сверху присыпается. Оно будет присыпано вровень. И выставляем в теплицу сюда на стеллажи. Вот они все стоят, кассеты. Выставляются и в температурные условия, как у огурца. 24-25 градусов Цельсия до 90% всходов. В торфе, в ячейке. Это самое главное. И избежать как можно меньше перепада температуры. Торф равномерно разравниваем. Сухой торф подтягивает воду, влагу с нижнего торфа, который более увлажненный. И получаются у нас равномерные всходы, которые потоком влаги ускоряются всходы у нас. Эти кассеты будут еще сеяться. Это уже посеянные. Дыня мазин. Так, а мы сейчас посмотрим, как они. А вот они. А вот здесь буквально минут 5 назад мы сеяли эксперименты, испытания гибридов. Они тут разного цвета. Есть устойчивый к тле, есть оранжевая мякоть. Вот знаменитые вот эти Q9. Есть Q8 и всякие номерные там еще. Около 10 позиций только что отсеялись. Вот еще номерные. То есть у нас будет на канале новое видео, на котором будем показывать, как растет дыня. Я буду на всходах, буду на высадке, буду их кушать. Итак, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте под видео, что вы выращиваете в этом году.